Катюх, ты там скоро? Мне на работу скоро уже нужно выезжать. Давай спускайся. База вызывает прием. Да, база, прием 69-й слушает. Что у вас там? Вы не заняты. Да, я в принципе свободен. Куда выезжать? На улице Орджоникидзе, возле башни Старка, собралась кучка хулиганов. Сможете выехать на вызов и разогнать их? Да, окей, без проблем. Ну, раз не срочно, сейчас я кофеечек допью и сразу... Сразу же потопаю. Скажите там офицеру то, что 69-й сейчас подъедет, все нормально. Катюх! Я уже поехал, все-все, у меня уже нет времени... А, ты в душе. Слышишь? Ага, слышу. Все, я поехал тогда. По дороге заеду, еще кофеечек один куплю. Так, все. А, кстати, надо бы уже фотку поменять, давно уже вот это здесь висит. Перчик! Охранять Катюху, охранять дом, охранять все остальное. Я на работу поехал. Так, моя тарантайка. База, я скоро буду, передайте офицеру. Так. Сейчас заеду, разберусь, что у них там происходит. После этого заеду в магаз, куплю яички, куплю... Опа, кстати, Старбакс. Да, остановись, надо будет тормоза починить на этой машине, а то что-то она, ну, рабочая машина, не моя. Эх, кафешка. Да, здорово, Анатолий, вчера виделись. Пожалуйста, дай мне кофе-латте с карамелью на овсяном молоке, можно еще стружку кокосовую сверху присыпать, а также как и шоколадную, и сливками это все украсить. Дай, пожалуйста, сколько оно тебе там стоит? А, 500, а у меня, кстати, есть 2000, поэтому нормально. Спасибо большое тебе, спасибо, Анатолий. Спасибо, до следующей встречи. Ой, тут тоже очень хороший кофе, на самом деле. Каждый день здесь закупаюсь, примерно по 4, по 5 раз. Я не знаю, сколько я в день кофе выпиваю, очень много. Меня там уже заждались, поэтому нужно как можно скорее. Так, здесь куда, какая улица сказала, не помню. Здесь вроде направо. Так, никаких машин нет. Нет, значит, давайте сюда поедем. Сюда. О, кстати, мы уже почти приехали, оно уже вот где-то... Тихо. Что за баррикадирован там здесь? И здесь. Тихо! Да, вот здесь. Да, куда? Машина. Я не знаю, как я на права сдал. Аж мотор вылез из машины. Люди, расходитесь! Расходитесь! Не на что тут смотреть. Просто банальное какое-то преступление. О чем мне не сказали то, что здесь все так срочно? Почему мне не сказали то, что здесь столько людей? Здравия желаю, офицеры. Здравия желаю, солдаты. А что здесь происходит-то, офицер, а? Сержант, мы вас долго ждали. Спасибо, что откликнулись на наш вызов. Башню Старка захватила группа террористов. Точное количество лиц не было установлено. Нам неизвестны их мотивы, так как они отказываются от переговоров. Поможете нам? Это экстренная ситуация. Поступила информация, что здание заминировано. В смысле, здание за... База, а что вы мне не сказали, что здесь так срочно? Я еще по дороге кофе заехал купить. Так, ладно. Никто не выходил. Никакие требования не выдвигали. Там самолет, вертолет в Дубае, 3 миллиона долларов, ничего. Странно. Почему башню Старка захватили, я не могу понять. Там есть кто-то? Не заставляйте меня применять грубую силу. Я считаю до 5, чтобы все вышли с поднятыми руками вверх. Раз, два, три, четыре, и... Вы думаете, то, что я с такими, как вы, дела не имел? Хорошо. Отойдите, пожалуйста, все, сейчас мы разберемся. Сколько их там, никто не знает. Двое, трое, четверо. Что же вы тут вообще делали, ждали, пока я приеду? Ладно. На счет три я вламываюсь, всех расстреливаю и еду домой и кушать борщ, Катюхин. Раз. Два. Три. Ой. Пацаны, там засада! Настрите свои уши, автоматы! Люди, расходитесь, уберите детей подальше отсюда. Мотор бы обратно еще вставить. Машину. В машине у меня много всего интересного есть. Не зря я с собой это все таскаю каждый день. Это сюда. Ага. Пацаны, уведите людей, пожалуйста, отсюда. Я не знаю, что они здесь скопились. Почему здесь так много народу?
На счет 4 я закидываю туда гранату, а вы мне помогаете их расстреливать. Пацаны, давайте, 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 давайте! Помогайте, давайте хотя бы! Сейчас я дымовушку закину и зайду с фланга. Стреляйте, стреляйте, сейчас я перезаряжусь, я зайду отсюда. Пацаны. Там я вроде справился, еще вот здесь. Так! Еще один остался! Выходи с поднятыми руками. Второй попытки я тебе не дам. Ладно. База! База 69 на связи. Здесь двое ранены. Вышлите скорую, пожалуйста. База! База, вы думали то, что это смешно, когда вы мне говорили, что здесь ничего серьезного? Уведите людей отсюда подальше, офицер. Людей отсюда уведи. Они, походу, издевались, да, когда мне говорили, что здесь ничего серьезного? Здесь ученые... Базу Старка захватили, здесь все вынесли. Подожгли здесь. 3 трупа только на первом этаже. Везде все заминировано, везде много ТНТ, везде баррикады. Походу, меня кто-то затроллил, когда мне сказали то, что ничего серьезного на этом задании у меня не будет. Ага. База, у нас 3 трупа на первом этаже. Вышите, пожалуйста, катафалк. А я пока посмотрю, что террористы хотели здесь сделать. В башне Старка, потому что я вижу, здесь только все заминировано. База, прием. Ёперсете. Мало того, то, что здесь везде ТНТ заминировано, так они еще в сундуках привезли с собой кучу С4. Кучу С4. База, на первом этаже примерно 20 пакетов С4. Я возьму с собой все, вынесу. Но перед этим я расчищу всю башню. Стойте, это может быть опасно. Я знаю, что это может быть опасно. Вы посмотрите на этих бесполезных офицеров на улице. Они ничего не делали до того, как я сюда пришел. База, отбой. Все всегда приходится делать самому. У меня есть 6 патронов. И здесь еще 22 патрона. Справимся. С4 я возьму сюда. И вот сюда. Нужно подняться на этаж повыше, через лифт. Ладно, не с таким справлялся. Выше. Ладно, план такой. Я открываю двери и бросаю С4. Мне кажется, что 100% кто-то за этой дверью должен быть. А! База, на втором этаже. Подожди, база. Здесь патроны выпали. Еще 3 патрона, в принципе, нормально. База, 69-й на связи. Я продолжаю зачищать здание Старка. На втором этаже еще 2 трупа ученых. И второй этаж также заминирован. Вызовите, пожалуйста, саперов. Еще остался последний этаж. Да здесь столько динамита, то что можно не только одно здание взорвать, а полстраны. Вызывайте как можно больше саперов, я на последний этаж. А патроны-то у меня еще остались. Ладно. Я надеюсь, до последнего этажа они еще не успели добраться. В автомате у меня 0 патронов, к сожалению. 4 патрона в пистолете. Последний этаж. Скорее всего, здесь будет то же самое. Я открою дверь, там 100% кто-то будет. Ладно, на счет 3. 1, 2, 3! Здорово! Руки вверх! Не двигайся! Я открою дверь, спокойно выходи сюда. Не вздумай на меня бежать. Спокойно выходи... Ага, ну значит вот так тогда.
здесь больше... Что это такое, а? База, на последнем этаже еще два трупа. Только я здесь еще кое-что нашел, пока отбой. Что это за костюмы какие-то непонятные? Раз, два, три. Это еще что-то. Пауки какие-то. Осторожно. Радиоактивные пауки. А это что такое? База, здесь какой-то неизвестный предмет. Что? Ёханый! Что? 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 Что это? Что? Что это пипкает? Кто такой? Кто? База. База, это 69-й. У нас здесь какая-то личность, какой-то камень у Старка украла. База, прием, как слышно? Здесь-то стекло почему разбито, здесь пауки внутри были. Нет! Ты перезаряжайся, ты уже! Он не успел. База! У меня какой-то отравленный паук какой-то. База! Скорую!